где-то год назад, во-первых, я случайно совершенно, пролистывая популярный компьютерный журнал, нашел маленькую статью об экзоте. Я зашел на сайт и увидел, что выбираются пилоты для научного исследования. И ездить. По каким-то показателям я был отобран, попал уже в ней Пирогова и проходит исследование. 12 раз. За 2 недели очень много, в общем, как бы на самом деле такой был серьезный скачок. В том плане, что я освоил движение на палочках, на канатах так называемых. То, что и долго-долго мы к этому шли, то, что они ходуны, потом крабы. Вот. И, в общем-то, я крабы-то до конца не освоил. Но плотные занятия, ухождение, занятия с канатками, я почувствовал силу в руках, я научился передвигать, синхронизировать ноги с руками. Вот. И я попробовал. Потому что если не было тех 5 лет, и не было бы этих 2 недель просто. 5 лет — это интенсивность, интенсивных занятий, это 3 дня в неделю, еженедельно, из года в год, из месяца в месяц. И за это реально очень помог сделать такой резкий переход из одного состояния в другое. То есть я сейчас уже буквально вчера разговаривал с инструктором, то есть он тоже в восторге, в восхищении, ставит в пример. Я, честно говоря, не видел возможности, не знаю, до прошлой недели, что я встал на палке. Потому что, в общем, у меня такого 2 недели хождения вот, за атлетой с палками, это, подсказки, поддержки. Потому что после проходов в экзоскелете ноги, вот, налившись теплом, движение у них появляется, честно говоря, очень приятно. Я считаю, что это очень эффективно. Средство даже при профилактике заболевания.